А потом ты выходишь ночью прогуляться. Идешь по пустынным улицам, и никого там нет. И ты совсем один. И думаешь, как же такое получается, что в этом большом городе этой ночью ты совершенно один. Вдыхаешь ароматы ночного города. Вспоминаешь каждую трещинку на асфальте, по которому когда-то прошел. Вспоминаешь каждый уголок. Вспоминаешь каждую секунду. Наслаждаешься звездной ночью. Вот и весна, вот еще один год прошел. Ты стал немножко старше, немножко мудрее. Ты стал немножко глупее. Ты стал немножко размытее. Там, где-то далеко в лесу, где живут одни только бобры и белочки, и лисички, и волчки, там, наверное, спокойнее, там, наверное, проще. Там шишечки, иголочки, там можно жить, там нет войны. Там просто нет войны. А мы здесь, в этом пространстве человеческих войн, человеческого, всего человеческого, вот этого всего человеческого, что заставляет людей соревноваться друг с другом, доказывать свою правоту. А правота ведь очень простая вещь. Везде есть всегда черное и белое. Всегда есть плюс и минус. И мы ровно посередине. И все, что нам надо делать, это просто оставаться посередине. Иметь свой срединный путь, иметь гармонию. И никогда, никогда не переваливаться ни на одну из сторон. Потому что как только ты перевалишься, ты станешь либо слишком белым, либо слишком черным. И там ты соврешь. И там ты соврешь сам себе. Оставайся здесь. Будь как мотылек, как бабочка, летящая в ночи, с быстрыми циклами перерождений. За что здесь держаться? Жизнь человеческая проходит слишком быстро. Нам можно посчитать по пальцам. Школа, первая любовь, наши дети, средний возраст, все, что удалось. И потом дача, пенсия и подготовка вот туда. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете, о чем я говорю? Сейчас будем идти, видишь, ветер будет попутный, и это важно. В всех отношениях. Есть наитие, знаете, есть такая фраза: предчувствовать больше, чем знать. И даже если тебе дается прямое знание, ты всегда на него смотришь и пытаешься его прочувствовать в первую очередь. Потому что слова, они ничего не значат, это просто определение для каких-то мыслей, это просто вещи, придуманные людьми. И только то, что здесь, четко реагирует на то, что там. И это не обмануть, как бы мы ни старались. А там лес, а там темно, там волчки, бобрики, лисички, белочки, шишечки, иголочки. Там спокойно, там пахнет пхом, там пахнет пхом. Чем-то очень глубоким. Там, в темноте, когда ты остаешься совсем один, ты ни о чем не жалеешь.
На самом деле ты давно уже спокоен. На самом деле тебе давно уже не о чем жалеть. Ты просто плывешь, плывешь в этой реке, реке жизни. И навстречу тебе плывут люди. Они улыбаются, хлопают тебя по плечу и говорят тебе, как ты? Как я? Я почти прозрачен, друзья. Если посмотреть на меня, то можно увидеть с той стороны все, что на той стороне земли. Я просто энергия. Просто энергия, электрические импульсы и какие-то странные волны. Волны звука. Что останется в вашей памяти, друзья? Что останется в нашей памяти? Обрывки, случайные кадры, эмоции, встречи, рождения, смерти. Весь набор, который проходит человек за всю свою жизнь. Никогда не забывай, кто ты. Никогда не забывай свое имя. Никогда не забывай свою сущность, свою суть и свою миссию. Это несложно. Нужно просто верить. Самое главное в жизни, друзья, это вера. Вера – это энергия. Если есть вера, есть энергия. Ты сможешь. И только в том случае, когда нет веры, ты превращаешься в эту воронку, которая засасывает и тебя, и всех, кто рядом. Ни в коем случае не теряйте веры. Держите ее внутри, здесь, у солнечного сплетения. Помните о том, что вера – это то, что пробивает все стены, все пространства. Это как кротовая нора. Ты проходишь другие измерения просто потому, что веришь. И верить – это просто самая важная задача.